Всем здорово, свежая распаковка, я даже знаю, что пришло. Правда, запаковано, ну уж очень душевно. Сейчас посмотрим, оно или не оно. Думаю, что оно. Это китайцы умеют. О, еще внутри запаковано. Пока распаковываю, не забывайте, что можем многую работу делать дистанционно, через пересылку блоков, через пересчет прошивок. На e-mail можете скидывать, будем помогать. Также курсы проводим, где можно всему этому научиться, чтобы делать самому. А вот распечатали. Нет, еще куча целлофановых пакетов. А в пакетике еще пакетик. А там еще пакетик. Вот такая вот чудесная хренотень пришла. А там еще пакетик. Так, что же мы заказали? Заказали мы вот такие вот чудесные тиски для того, чтобы держать замок. То есть мы в них замок зажимаем и уже с ним работаем, чтобы не оказывать сильное давление на замок в этом самом. Только, блядь, не комплект пришел, похоже. Ну, реально не комплект. Вообще заказывал, должен был шарнир здесь еще такой. А где шарнир? А шарнира нету. Нету элемента одного. Болтик вон есть один. Ну да, не все прислали. Отлично, а куда этот болтик? А, этот болтик сюда зажимается. Будем, наверное, открывать спор, я так вижу. Ну, здесь резьба вот есть, видно, да. А вот здесь нету шарнира одного, не хватает, чтобы он под углом так по-всякому передвигался. Да, будем открывать спор. Вот такая вот чудная посылка. Не допришла.